Откуда будем начинать бить? А с какой мы, с левой или с правой? Я просто с другим так... Слева. С левой. Сань, ласт в ячейку открой. Нет доступа. А, блин, сейчас. Так, ты же банкир, да? Да, я тебе там звание сделал. Да, я тебе банкиром звание сделал. Единственного. Так, здесь у Локи все достаете суккуб. Чингай, ты хилил хоть раз? Чемпов. Знаешь, как хилить? На фулл-рендже через частицу. Да, хилил. Знаешь или нет? Знаю. Все, пойдешь вместе с Майликом. 1СС бафка на Чингая, если есть. Чернобыль на Майлика. Чернобыль на Майлика, притон на АЦСа. Будем с той стороны. Есть у кого-нибудь еще? Притон у тебя КД или нет? Притон. Кого мне держать? Так, в идеале вот этих трех пиздюков. Крест. Крест, звездочка. И рога. Рога есть. Но рогу придется нам кайтить. Не уведешь ты его. Сейчас. Теперь по контролям. Тебе в первую очередь крест в идеале забрать и звездочку. Если получится. Первый будет гриппать у нас подаван. Прям мы можем еще дальше отойти. Сейчас немножко отставим. Андрюха отставит метку, квадрат. Ставь еще немножко квадрат, Андрюха, назад. У нас 4 мне... гриппа. Мне с вами, да, быть? Да, ты с нами. Да ты не удержишь же никого. Ну, я могу там подсейвить стан, дать при этом крипнуть. Нет, оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Никаких моров, никаких стрефолов, ничего такого не изается. По контролям теперь. Будем все играть по черепу. Нужно будет приоритетом законтролить квадрат. Квадрат контролит первый у нас уфолог. После уфолога Чернобыль. Третий будет бойчик. Теперь трусы контролит. Первый притон. Потом определенно. И потом Ашокатана. Ашокатана. Третий. Трусы. Дается вначале, допустим, 3 хикса, идет диминишн, потом 3 фера и 3 торнадо. Ну так, контролим. Контроли не сбиваем. Теперь печеньку контролит бафка. Первый. Также запомни скибиди. И бафка первый, топ-хай второй, скибиди третий. Также у нас будет в рейде бегать ромб. Ромб нужно будет тоже контролить. Смотрите, контроля ему не избивайте. Там подмораживайте ему, корни ему закидывайте по КД. Под нами должна быть замедляющая трапа всегда. И замедляющая трапа, и замедляющий тотем. Также в первую очередь смотрите по прожимкам. И всегда должен быть диспел, ту цель, которую мы бьем. Также локи распределитесь, раскидывайте красноязы. Давай. Чернобыль на череп, бафка на трусы и притон на печеньку. Там тоже какой-нибудь РДшник подбегает, тоже скидывайте СС. Ой, не СС, а чуть-чуть красноязычие. Также суккуб сразу отправляйте, притон отправляй на Луну. Чернобыль отправляй на Вилана. Придет дерево, тоже один из локов его изгонит. Давай будет притон. Так, можете джипсы поставить и будем запускать потихоньку? На той стороне стоим. Саня, Алису я не смогу законтролить первый, потому что будет дороже стрелять. Ее сперва надо суккубы контролить. Окей, давай тогда... Кто там назначен был? Притон, отправляй суккубу. Кто был, кто контролил квадрат вместе с этим, с уфологом? Ну, я был первый, но... Да, ты первый, там потом лок какой-то. Либо Чернобыль, либо Притон. Ну, присоедините. Джипса поставили? Так, Чернобыль, ты. Да. Значит, ты отправляешь суккубу на этого... На квадратик. Сразу же.
Все, все отойдите в квадрат, прям все встаньте в квадрат. Никакого АОЕ, все магии нажмите Фростер Морг. Чтобы на вас меньше агрились. И подсейвливайте максимально друг друга. Также про бобы не забывайте. И так далее. Защиту нам поставьте. Мастер Аур на защиту можете тоже нажать. Паладины. Вон, Саня, нажми защиту. Нажмешь Мастер Аур. Так, готовность на пол. А Чингаю отдельного танка хили, да? Два хп у от танки, хилите только Сайса. Ваша задача его оверхилить, потому что его будет очень больно пробивать. Подвесьте на его частицу, щит, и погнали хилить. Его очень больно будет, потому что пробивать. Смотри, бегает с Майликом всегда, Чингай. Все, еще раз. Моры никто не юзает, еще раз повторю, ДКшки. И своих питомцев контролируйте. А кто второй грибает? Так, первый грипает Падаван, второй Троян, третий Женек и Бухой последний. Все, поехали. Череп, да? Череп, да. Только подождите, пока врывается танк первый. Падаван, душение. Подожди, рано. Все, грипаем. Бургадали Геру дали и бурстанули по черепу. Милики сорвались. Да рано грипнули, блять, вообще просто рано. Не спешите грипать. Трусы должны быть законтролены в первую очередь. Трусы законтролить. Хорошо. Топ-хай прожми глыбу. Снимите диспел череп. Трусы как? Так, сейчас трусы законтролю я. Кто-то сбивает. Квадрат продлите у меня все. Трусы продлите лоу, который назначен. И смотрите, АУЕ стопните в мили-зоне. Дальше играем по трусам. Контролим квадрат. Меня съел. Хорошо. Андрей, закастуй ВР по Ашокатана. Ашокатана по Чернобылю дашь. Я посмотрю, кого контролить. Притон прохильте. Миликов зафиряйте. Шнурки дай атмосфер. Все, хорошо. Квадрат главное приоритетом законтролить, и печенька кастует. Кто печеньку закиньте? Торнадо какой-нибудь, хекс, человек. И сорвался крест. Дал блайн печеньки. Приз дай атмосфер. АОЕшками все, АОЕ, блядь, за АОЕ бьете. Дал дизайн в концу. Точечно играете по трусам. Печеньку законтролить. Печенька, квадрат в приоритете за контроль. Всех остальных кайтесь. Ромбик еще бегает по рейду. Ромбик. Бэров нет, все, тихо. Так. Диспел трусы. Каст, трусы кайтесь. Квадрат, продлите квадрат, мне придет. Болстан. Все, точечно играете по трусам. Диспел трусы. Звездочка бьет по рейду. Звездочку нужно приморозили эфир, корни, любой человек. Кастует трусы. Сбили каст, не диспел. Быстрена на нем. Сейчас рипа на шоку. Войд, закастуй гимноману пока что. Там просили много кто. Каст сбили. Андрей, залей и нарпу скибиди. Диспел. Квадрат распродлите. Бочек беги. Поставьте трапу. Замедляющую. Трусы добили, диспел трусы. Рано грипнули, ребята, очень рано, из-за этого мы так проебались. Не спешите грипать в следующий раз. Так, доиграли по трусам, играем потом в квадрат. Диспел трусы. Печенька кастует, печеньку законтрольте. Диспел трусы, там две ходки. А Войда уже убили. Женя, сейчас Паша спирит на тебе диспел, если что. Так, хорошо, играйте сейчас по квадрату все. Все по квадрату, печенька бегает по рейду, закайтесь ее. Идите к ледяной трапе. Печенька зарезала одного. Играйте в квадрат, диспел квадрат. Да хорошо там. Ладно.
Не отнимаем уже ничего. Квадраты, упадите сейчас все, быстрее будет. Ребят, все хорошо было, только очень рано грипнул. Вот, Вадим, точнее. Не спеши грипать, пусть все сагрятся на Вара вначале. Ты стоишь, ждешь. Они все загрелись, потом подбежал, грипнул одного. Сейчас, потому что ты грипнул. Ну, а так-то все нормально. То, что они уже на нем, как бы, я и грипнул. Ты с нами ни разу не бил, поэтому не знал, так все нормально. Короче, ладно, давайте, падайте. Контролили, кстати, достаточно хорошо, просто на нас все милики сорвались, и валили по одному человеку кабину. Все то же самое, Чинга идет с Майликом. На ДКшнику кучу просто назначь, подумал ДКшнику, ну, подумал, все. Если сорвались, просто своих забирали, это пиздец. Я Шокола забирал. Да, кстати. Ребятки, видите, милики подбегают, ну просто совсем очень сложно отследить. Тоже отбежали в сторону, загрипали и дали околы. Как там правильно? Сосуна, вставай. Кушайте, идите рыбку. Баночки перепейте. Потому что череп мы очень быстро достаточно слили. И смотрите, там кто-то хекс сбивал контроль. Как только подходят к нам ребята остальные, вообще стоп полностью ОЕ. Никакого ОЕ, ни бури, ничего не крутится. Никаких моров, ничего не должно быть. Точечно просто бьете. Также по мастерам первый даст шнурки, второй даст войт спирит. Если побегут на элитки. Так, играть будем опять по черепу, опять по трусам, все то же самое, все те же люди, которые были назначены, и по квадрату, все те же самые люди, которые были назначены, также печенька, те же люди, которые были назначены. Дай мне кого-то контролить, я хочу контролить. Ты не сможешь контролить, вот если к нам сорвется Тири, звездочка, будешь уводить Тири. Стас, тебе в идеале будет удержать крест и Луну. Яды, Миша, не перемазывай, намажь нормально яду, у нас хант есть. Окей. Так, и все, дерево забанит притон у нас, когда подойдет. Все, стали все в квадрат, все то же самое. Только гриб чуть попозже и будет все круто. Зашли. Все на позицию встали. Если СС откатились, пойдите закастуйте СС на Майлика и Чингая. Откатились СС? Хоть у кого-нибудь из воков. Нет. Чернобыль. Тритон, все. Будем так тогда начинать. Это, ребят, готовность хило, тогда. Встаньте назад подальше. Чего так близко подошли к миликам-то? Вообще, к стенке прижмитесь и все. Под щит орды. И стойте. Уйдите под щит орды. Так, все готовы. ДБМ пул. Когда вся пачка уйдет на Сайса, только тогда, ну, тебе скажут. Вот. Подаван, точнее. Все, подрывайся, Стас. Рано. Грипайте. Дали Геру. Пока... Я только побежал, там уже на вас. Кто там побежал с ваших? Ну, потому что опять рановато. Еще не успели побежать. Сыграли по черепу. Контроль главное раздайте. И косты черепу сбиваем. Маздиспл дайте, там Гера. Топ-хайп, не стой, блядь, на месте. Раздали контроли. Трусы. Добили, сейчас играем по трусам все. Квадрат контролим, квадрат печенька приоритет. Печеньке отдал хекс. Милика в лицо никто мне не танчит. Печеньке еще один хекс отдал.
О, печеньки отдаю последний хекс, там диминишн дальше. Контролите печеньки. Трусы и ходки снимите. Изгоните дерево. Притон. Диспел трусы. На кого-то бьет тупо, в тупую. Печеньку законтролить. Все, дал хекс. Три хекса сейчас будет. Печеньку. Квадрат законтрольте. Сейчас я приморожу. Диспел. Трусы. Трусы печеньку. Печеньку. Печеньку нужно законтролить. Диспел трусы. Диспел там три ходки. Квадрат, крест бегает по рейду. Лицом не танчите. Блять, надо войду здесь по-любому урезать. Так, трусы сейчас за контролем. Трусы. Квадрат. Шаман диспел. Про бобы не забывайте, ребят. Печеньку. Не успел. Шаман, печеньку шаман. Печеньку тоже больно. Где уж тебе? Тут уже опять смерть. Ну это что опять там, быстро побежали, а только в них. Давай первый грипнет, Трайан Харрес, ты под аван второй грипнешь. Зарано прыгаешь. И грипаешь, ходи. И не успевает на него загриться. А что, про товар сдух, да? Что про товар сдух? Давайте бухой будет делать. У меня ДПС меньше, чем у остальных ДК. Поэтому... Хорошо, давай бухой, бухой первый, подаван второй, Троян третий, Женек последний. Все, заходите, сейчас будем быстро. Начинаем нормально, ну, чисто грипп немножко и разбиваем, потом по контролям что-то где-то проебывается кто-то. Всегда приоритет контроль, ребят. Приоритетом законтролили, потом уже дамажите. И по АОЕ смотрю. Сейчас АОЕ было, кстати, получше, меньше били. Не сбивали контроль хиксы. Поэтому молодцы. Босса там не запустил никто? Не, сейчас запущу. Также не смотрите, не танчите ебалом. Вот Влад топ-хайп. Видишь, тебя бьют. Нажми глыбу. Нажми копий. Нажми уйти в невидимость. Троян, вставай. Чё ты лежишь? Да, ты на это работал. У меня два копия. Но мы можем поменять себя, если у тебя 2 копии. Пока что. Нет, уже. Слышишь меня сейчас уже? Нормально, не без рывков. Да. Что? Ну вот и все, говорю, что за это. Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса Герои во имя вашего короля! Там да, нормально Макс пошел. Зачем его грибить? Надо было сразу, он к нам просто подошел бы. Так, сейчас поменялись, играем череп, трусы, квадрат также, также печенька. О, сейчас получше, сейчас нам поболее повезло, сейчас милики все с другой стороны. Поэтому будет попроще. Кристо баф ПДК. По кому? ПДК. Так, залейте. СС должны были откатиться. Бафка по Ашокатана, Чернобыль, по Чингаю, Притон на Ацис.
У четырех ДК есть пристабав. Пятый есть ДК. Все. Да, сейчас. Встали все в квадрат. Троян, куда? Готов. Готовность. Бухой первый грипп. Так и первый грипп. А, бухой? Че будет? Да, и нажмите в доспехи на броню, ребят. Чтоб здесь жить важно. И контролить, а так мы убьем. ДБМ пул даю. Все. Так что припоты нажмите, в особенности магии. Пробурститесь вначале, хорошо. 4, 3, 2, 1. Давай, бухой. Гриппаем. Дальше. Все, погнали бить. А еще грипп. Бурстингеру дали. Сайса прохильте. Два хапала. Вот это пизда уже будет. Ну, продолжай дальше, хапалы, к нам убегайте. Можете уже к нам бежать. Готовьтесь всех контролить. Тире возьму. Диспал. Добиваем череп. Трусы квадрат, главное контролем, всех остальных кайтим. Масс диспал. Блять, хант. Проклятие диспал с приста. Так, законтрольте, трусы стреляют, трусы нужно законтролить. Череп еще не добили. Стоял вообще. Падаем. Да. Так, Павлы, Чингай, нажмешь еще каплю, закинешь в Сайса. И что нажмешь еще масса кру. У него, вы должны прохилить. Просто оверхилить его, он должен быть всегда на фул хп. Сейчас было все отлично. Ну то есть все качественно грипнули. Там как бы его, если 6 мобов бьют, то его никто не прохилит. А как ты через танков нормально? Как ты через танков убьешь? Когда мы бьем, когда мы хилим через эту частицу, мы не можем его диспелить. На него бросают эту херню, и мы не можем его хилить. Объяснил. Нихуя не понятно. Так. Когда он эту херню, то это корни херч получится. Он имел в виду, на него бросается яд, который минус 50 от силы режет. Мы не можем его диспелить, нам подходить надо ближе. Ну понятно, понятно. А у тебя есть маска на сейчас, ну, да, киньте. Да. Саш, скинь Сайса ко мне в пати, я просто тотем от ядов здесь поставлю у ребят, пусть нахуй все я снимаю с тотем. Может протопал у кого-то есть? Там, да, еще, давай, там еще вар бьет этим сокрушающим. Ну, не знаю, там. Женя все верно говорит, пускай поставит там тотемы ему, и все, короче. И сайт выпись сопрос. Так. Вставай, FDK. Заходишь? Я у кого саппорт в каре кончились что-то. Кидай обмен. Да. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Здесь Макс не получится через три танка сделать. Кто там шумит? Это я, извиняюсь, я тут чипсы купил, большую пачку, как вот еще попробовать. Да ничего страшного. С меня в рост. Так, дальше что там у нас есть? Где ты кашляешь?
Андрей, ты заходишь? В дикей. Петя, ты тут? Тут. Петя. Заходи. Ну, я бегаю, мучу. Тебе с правой стороны старту? Так, подожди. Да, будем с правой стороны. Опять же, играем по черепу. Все два было. О, квадрат контроля. Ну, я тебя пока кикнул, потом учись. Так я уже захожу. Или все. А может у Пети танк, у него Петя лучше танк, типа Сайса Фурика. Петя вам сказал, он занятый, он делает блок вара. Все, давай, ты заходишь в дикей? Заходит, бьет, едет, понял. В дикей. Там Верон Варьер есть, Рейбл есть, там Буревестник есть, 150 человек есть. Заходи. Все, ешьте рыбу. Стас, ты в этом? Ты в кресту стоишь, танчишь босса? Не, мы сейчас с другой стороны будем же начинать, с другой стороны поставить. Волну ему поставь за тайм. Так. Трусы, печенька, квадрат должны быть законтролены приоритетом. У нас после черепа всегда идет трусы, следующая метка. Либо квадрат, либо трусы будет. Будем зависеть от того, кто ближе стоять к нам будет. Так, я сам рыбу не поел, но сейчас поем. Ближе к ним места в скипене. Может там возле ворот поставить. Все, становимся в квадрат, готовность, и будем гулять. Тут у меня фурик и шаман какой-то еще стоит. Фурик, что за фурик? Галина, беги к нам. Женя сейчас добежит, будем... Ну, я пока ДБМПУ запущу. Фрост Армор, не забудьте. 5, 4, 3, 2, 1. Гриппаем. Сыграли. С контроля квадрат бежит. Печенье, трусы прибежали. Кто первый трусы контролит? Дал хекс. Трусы следующий, продлите контроль. Трусам, трусы приоритетом, законтролить. Дальше бьем по трусам, если что. Квадрату продлить. Диспоз. Череп. Кас сбить черепу. По трусам играем. Квадрат контролим. Забаньте дерево. Все, хорошо. Кас трусам сбить. Диспел его, трусы. Все, хорошо. Сейчас главное приоритет квадрат законтролить и печеньку. Печеньке хекс отдал. Квадрат лок какой-нибудь, любой. Поставил новый череп. Черепу тоже кто-нибудь контроль отдайте. Череп, трусы. Череп, печеньку. Печеньки сейчас продлите кто-нибудь. Любой. И череп законтрольте. Дальше играем по квадрату и законтролить двух остальных. Череп, печенька должны быть законтролены. Череп кастует. Печенька. Кто убьем? Квадрат. Квадрат. Ребята, не бегайте за ними, ребят, не бегайте, тяните их обратно. Никогда не бегайте за ними, притяните их.
Грипните печеньку, продлите печеньку и чайник. Кто может встанет, встаньте квадрат, чтобы он тоже не стрелял. Дальше играем в череп после квадрата. Вообще врывайся, это один холипал, иди туда, подхиливай танка, если там они что там прожимают. Прохил топ-хайп, сейчас стрелял, стрельба. Там два холипала. Прожми невидимость просто, топ-хайп, да и все. Печеньку зафиряйте, либо в торнадо. Сейчас я дам хекс печеньки. Все окей. Череп захексил. Не сбивайте контроль черепа. Дал хекс. Опять кто-то сбил. Сейчас дам этот на него удушение. Блять. Не вешайте меня. Меня хан добил. Добивайте. Я посмотрю уже. Там такого черепа? Да, сейчас череп играйте, печеньку контрольте. Ну, в стриме смотри у меня. Будет лучше смотреть. Диспел череп, там ходка одна. Вот там смотришь на туда-сюда. Что еще раз петь? Смотришь еще нет, не прошли. Нет. Не, еще не прошли. Кстати, посмотри, сколько там по времени, Андрюх, на первый шмот. Да там где-то еще час, на то плюс. Полтора, наверное, даже. Все хорошо. Да, конечно. Диспел. Все, играйте дальше по печеньке. И уже не контрольте дерево. Вместе их двоих заливайте. Держите, грипайте дерево тоже. И вдвоем заливайте. Только не бегайте туда к миликам. Грипните и держите их рядом просто друг с другом. Просто кто-нибудь косты сбивайте дерево. Он убегает, вы его обратно грипать. Замедляйте. Там рога контр. Отлично, отлично, пусть идет уже. Рогу грипните к нам. Ну, все нормально. Пусть хоть пока. Грип, можно в принципе грипать. Кайтите только его. Фотки диспел, да. И дальше рогу заливайте, рога как раз он прибежал. Можете друида тоже грипнуть вместе с рогой заливайте. Грипну друида. Каст. Не грип. Каст друида. Хорошо, я тогда буревестник тебя кикну. Сейчас. Ну, то есть после этого босса. Раз ты уходишь, ИП получил за трех боссов за замену. А вопрос, у нас до скольки РТ максимум может быть? Что еще раз? Максимум РТ до скольки? Ну там, сколько мы еще максимум? До 5, давай до 5 сделаем. Ну как будни, я не могу там до этот. До 4 там 30, если Андрей дальше будет проводить, то может дальше, если вы опять же все будете согласны. Что я как бы только по будням до 4.30. Давай дерево разъебем. До 4, даже чаще до 4. Дальше с друида. Добиваете. После друида любого милика. Или там 2 милика у тебя остался, да? 3. 3, а тогда одного нужно будет, 3, ну его нахер. Контролить придется. Потом 2 сразу. Грипайте любого из них, из миликов, уже можете идти. Один человек, который сорвется. Потом 2 отдельно зальем. Все. Звездочку убиваете. Thank you.
Все, добиваете звездочку, бегите просто все туда, там поставите замедляющий тотем и трапу ледяную положите. Добивайте двух остальных. Лё, ты же жук, ты это видел? Да. Унёсся свой. Все, смотрите, там лицом не танчите, видите, на вас сорвался, просто убегаете. И катите по ледяной трапе, только далеко не убегайте в Даваран, просто по ледяной трапе вокруг бегайте и все. Я на Толгород прибежал. Меня Рога въехал. На Толгород прибежал. У меня Рога въехал, Станин продержал, сдох. Как я в Станин держал мне. Ему по 700 принесло от каждой руки бил. Ну прикольно, прикольно. Так, дальше. Сайс, останься в танке. Под Иван, так в танке. У Фовок тоже в танк прыгнет. И нужен еще один танк, у кого есть. Женек тоже прыгает в танк. Это на следующего босса. А третий танк для сверх? Да. Да. А ДДшка просто во власти льда не хватит этого? Ну, там прижиматься надо было. Понятное дело, чтобы там под вихрь панцы сжать. Чем зеленка, когда хватит. Просто я к тому, что женек может продолжить дамажить, а я бухой во фрост-стойке побегать, пособирает без танка спека. Не, лучше танка здесь прошибает, очень больно. Окей. Так, я еще не заначислил за этого, за... Сейчас начислю. 10 тысяч сразу начислю. Чуть на их хуйнет. Ну не знаю, что-то тут насобиралось. Хрен его знает. Смотреть надо. Захожу. Так, на себя рыбу не буду ставить, но ребафнуть все только полностью. Все берите темную. Все берите темную. Так, Женек. Ловил сферки? Ты свет выберешь. То есть танки, которые ловят сферки, они всегда противоположные ловят. Подаван, ты ловишь сферки сзади. Тоже берешь светлую. Уфолог будет соло танчить. Все на полу уфолога. Ты ловишь сферки сзади. Женек, ловишь сферки слева. Сайс, ловишь всегда сферки справа. Так. Кто у нас пятый хил? Ацесса, да? Сейчас нужно перекинуть Сайс. К хилам. К хилов, точнее. Так, мага ребахнули, ребахнули, хорошо. Дайте уфологу вначале поставить, все на пулы всегда в него, не обрывайтесь, следите за своим агром. Ренессанс, возьми белую, напулишь уфолога темную. А что там, белый звёзд, белый белый ловить, а черный черный, да? То есть вы ловите всегда противоположные сферки. Под Иван ты бегаешь вот так вот сзади, ловишь от рейда. Сайт ты бегаешь справа от рейда, ловишь. Женек ты бегаешь слева от рейда, ловишь. А когда мы меняем цвет, мы берем белую, вы берете темный цвет и ловите уже темные сферки. Короче, кто с белой меткой, тот ловит белую метку, ребят, все. Все очень просто. Так, а почему у нас раз... А, все, ренессанс напуливает, понял. Все, отлично. Так, готовность на пул. Если вы уехали, то на зеленку. Да, на зеленку. Ну, вам будет озвучено. Если вы уже можете. Да. И Майлик, забери огонь. Сацуны, забери тьму. Тоже два мастера ауры. Все, никто не врывается, дайте поставить. Только потом играем все по светлой. Пока что. Не, пока не бьем. Дайте поставить. Прохил рейдом. Все, бьем по белой. Бурсты сильно не тратят свои вначале. Плюс Андрей агро наберет. У нас гер еще есть. Не знаю, будем на каст. Теперь способность через 20 секунд.
Ребят, ни одна белая сферка в нас не должна забить эти темные ловить не надо только. Господи, ну и виснет на вальках этих, это жопа. Да, черные. Черные не ловите, 5 секунд спецспособность, приготовились. 2 секунды. Продолжаем бить. Прохильте Сайса. Бурсты нажали свои, каст можете сразу сбивать. Тут по таймингу все. Сбивайте каст. Продолжаем бить. Способность через 17 секунд. Ребят, пожалуйста, не ловите черные шарики, кто с белым. Да, черные старайтесь не ловить, если кто танки ловит. Они в нас залетают, нам урон увеличивают, поэтому... Когда мы 100 наберем стаков. Спецспособность через 2 секунды. Так, взяли белую, дали геру, бурстанули по черной. Танков это не касается. Танки сейчас ловят темные сферы, не дают в рейд залетать. Прохиливаем рейд, будем перебегать. Перебежали. Все пачкой бежим, по пути темные сферки не ловим. Войд, закастуй гимноману, Женя, поставь тотем. Асока Тана Иннер уже отдала по себе. Ладно. Не спеши отдавать пачка Иннер, пожалуйста. Тем более у тебя фулл мана. Спецспособность через 6 секунд. Приготовить. Светлая воронка. Продолжаем бить. Все танки прожметесь. Мастер Аур на огонь. И Чингай жми бабу массакра. Хорошо. Дальше будет точно темный каст. Массовый. АУЕшный. Танки, оставайтесь в темной пока что, скоро весь рейд будет темный брать. Можно заранее поменять? Не, не надо, вам вы лучше просто по темной ловите светлое. Светлое будете ловить по темной. Скоро будет каст, потому что каст больнее пройдет. Темный. Взяли все темную. Бьете белую. Кроме танков. Танки прожмитесь. Тоже мастер аур на тьму. Ловите светлое сейчас танки. Сейчас пройдет каст. Возьмете светлое и будете. Ну, сам минус 1000, значит, если белое стоял. Прохил рейд, побежали все перебегать. Танки взяли светлое, ловите светлое сверху. Приготовили спецспособность скоро. Светлую воронку взяли все светлую. Танки останетесь тоже под светлую пока, но ловите темные и бьем все белую. Ой, темную, извиняюсь, темную. Под светлую бьем темную. Мастер аур на огонь тоже можете натиснуть. Танки поменяли цвет. Ну, можете не менять цвет, просто темные ловите. Выбор героический упал, смотри. Будем надеяться. Нет, нет, плачь, вот Кир выпал. Вот это хуй. Шея, блядь. Да. Да. Так, и... так, сейчас будем делать, ребят, самый сильный рейд. Кого-то кто-то пойдет под бомбу на замену. Чтобы мы попробовали потратить моба. А по площади, кстати, там? Сколько он будет стоить там, что как? Я все расскажу, сколько что будет стоить. Так, так. Пинаколада есть, Iron Warrior, топ хайп на замену. Хики по-любому в рейд. Хер знает, что у меня получилось, но надо тестить. Ну, будем пробовать, будем пробовать. Iron Warrior еще есть. И пиноколада еще есть. Так, что там по ДПС? Ваша спирит. Сейчас шмотки заебашим. Это, слышишь, завтра на сутки надо отваливать. Вы проявили себя
Сколько начало? Хорошо, Жень, сейчас заебашим шмотки. Ну давай, я могу. Это как пуха начало, начало. Тихо, подождите. Так, начальная ставка, сейчас скажу. Так, это тебе же на офф-спек, да? Да. А тут нормально никому не надо. 250 изначально. Ну, минималку ставлю, короче. Нет, ты ж мейн, у тебя фурик. 1250. Это пуха считается, нет? Типа как пуха, ну... А, нет, подожди, это пуха, 2500 пуха. А чё, щит этого хэнта не пуха? Не важно. В руки надевается. Нет, пусть, да, я просто ставлю, просто. 2,5. В хэнт половину всегда идет, даже ВПГП. Хики 2,5 раз, 2,5 2, 2,5 3. Хики забирает. Дальше. Хики продан, что ли? Продан за 2,500. Следующий лор. Все эти люди продажные. 53,700. Сейчас разъебашим шмотки и мы сделаем замены. Вы там хики 2 раза дали. Да мне срать. Так вы сказали на успех 1200. Зачем ты сорвался ему на 2500? Это как говорится, бей своих, чтоб чужие боялись. Ты вернешь ему или мне вернуть? Да, я верну. Петя, да, обмен. Да я же это не вреди сейчас. Сейчас буду лететь. Ребят, поставьте шкаф Локи, пожалуйста. Монти, все, кто а место там появилось-то? Там уже люди шмот захотят сейчас? Да, сюда. Сейчас это я тебе вот освобожу, но я пойду заменить. Подождите, пока стопся, фут. Андрюха, ты кидай на ролл и разбирайся сейчас там раздавать кому. А я буду снимать, я уже открыл как раз. Прям сейчас хочешь раздавать шмот? Ну да, давай раздадим, а потом этот... Замены сделаем, просто кто-то уйдет уже. Кто-то... У тебя времени сколько еще играть? Час, чуть плюс. А, вот ну окей, тогда да. Час есть точно, короче. Давай. Хватит дикого... Стартовая 2,5 на мейн. Танцуем, топовый. Нет, я не буду с ловкостью надевать. Ты будешь с ловкостью. Зачем ты сейчас как сразу ставишь? 3000, так 500, давайте дальше. Не, Петь, я лучше... Я типа топ-1 по приору вообще в сумме. Никотин, ты 50к ставишь, плюс они, да, да, нет. Все, окей. Okay, 50 тысяч раз. Перебивай, никому, блядь. У меня столько нет, блядь. Все, значит... Бля, Никотин. Никотин обмен. Ну и дурак, блядь. Поддерживаю, ну честно. Ну, ничего. Так подожди, стой. Можно, в принципе, не 50к, а у Ренессанса 37-38к. Нет, он сказал, все, блядь, кончай, Саша. Блядь, надо тоже справедливо делать. Так он же в Дискорде сидит, все слушает, он понимает, как это происходит, ну типа, чё, дурачок, он же не дурачок. На будущее, Никотин, смотри просто, сколько у другого, и ставь максимальную ставку, и все. Если что, ты ему добавил. Так, спина. 100к да, надо, да, блядь. Сейчас минус 100к, сделал, извиняюсь. 5к, 7к. 7к, здесь будет выше 7к, 10к, 11к. 17 25 27 30 30 35 притон 38 спирит 46. Ну там по приору 47 притон. Притон впереди всех. Там 60к у него. Ну, я хуй. Я хуй бы давал бы сейчас по 40 тысяч. 47 притон. 47 раз, 47 2, 43. Все, блядь, 43. 47,5. 47,5. 47,5, давайте. Раз. Два. 48. Раз.
Так, уже цель по 500 не принимается. Давайте купим лес. 49, давайте, блядь. Ну что, мы вдвоём 49. 150 вот стоит там. Чё тут, блядь, за аукцион? 50 притонов. Сдулся. А это закладчик, да? Мы просадили притоны. Я видел, там, что тебя написал был? Ну, давай притоны забирай. Тань. Да. А, всё, тогда всё, тогда так. Квадрат. Квадрат. Так, можешь уходить, есть кем заменить. Иди. Ну, если тебе шмот не нужен, можешь ходить. Притон забери, короче, плащ. У квадрата. Или он не в рейде? В рейде. Грудь. А что там за пластик был? 3К. Я проебал. Проебал. Так, не бейте на вот эти... 4К, 5К. Шесть, семь, восемь. Давайте ставку по 2000 сразу же, 10. Быстрее было. 15. Вот, да, другое дело. 15 раз. 2. Давайте, 2. 34 500 раз, 34 500 2, 34 500 3, все. Забираем, Макс. Где-то там. Квадрат. У меня вас только где-то просто. Дальше. Без кольцо нахуй. Эршам бы цена. Это на хапало тоже без своя. Ну да. Ну, скорее. 2,5. 2,5 старт. Зачем ты 4 старт? 4К. Раз. 4, 2, 5 отсос. Ты... 5 отсос? Кольцо здесь не увидишь, крит-ха с твоего ВК. 10К. 11. 11, 20 раз. 22. Я могу голос говорить, чтобы вы там не считали, блядь. Не, ставь, потому вообще что все видели. Ой... 27 раз, 27 2, 27 3, все, 27 войд. Чуба. Это что получается, я сразу раз вовремя выдал? Чуба, ну вот что ты делаешь, а? Миша. Что? Вот что ты делаешь? Он на... Пробуй, чего вы все мешаете? Вам же говорят, в Дискорде, ребят, не мешайте. Я взъебался, хмуро. Бля, сори. Запы кольчужные. Запы кольчужные, 2,5. Капалы, эршамы. 2,5. Да, капалы, хуйня, эршамы там есть или кому? На успех. На успех, на успех. 1250 на успех. Все, он Паша с Филипп забирает, получается. Не ПГП. 1250 раз, 1252, 1253, Паша с Филипп. Ну это... Давай. Не надо. Давай. Дебани 50 тысяч, на. Есть такие же. Не, у меня 45-е, но типа они капы мне собирают меткостью. Что, ну спек, 1250. Рольте. Всем можно. 1250. Давайте шахту повышайте. 1500. Жизнь. 1000 ебашки. 1000 сделать. 5К.